Всем большой привет! Это канал Просто Рецепт. Сегодня готовлю очень вкусные, нежные ягодные лукошки. Оставайтесь со мной, будем готовить вместе. Для этого рецепта мне понадобится 4 столовые ложки сахарной пудры, 1 яйцо, 1 столовая ложка сметаны любого процента жирности, 110 грамм холодного сливочного масла, щепотка соли, неполные 2 стакана муки. Для начинки я буду использовать вишню. Можно взять любые ягоды. Это клюква, брусника, черная смородина, малина. Все по вашему вкусу. Будет очень вкусно с любыми ягодами. И для начинки еще положу 2 неполные столовые ложки крахмала. Также я начинку буду подслащивать сахарным песком, но это уже будет по вкусу во время приготовления. Вначале замешу тесто. В общую миску выкладываю муку, полстакана оставлю. Выложу холодное сливочное масло. Масло можно потереть на терке. Немножко перетру его руками. Делать это надо очень быстро, чтобы масло не растаяло. Такое тесто можно замесить и в комбайне. Положу сахарную пудру, щепотку соли, вылью яйцо и выложу сметану. И быстро замешу тесто. Добавлю оставшуюся муку. Тесто должно собраться в единый ком. Завернула его в пленку и уберу в холодильник на время приготовления начинки. Для приготовления начинки ягоды выложила в сотейник, добавила сахар по вкусу. У меня здесь коричневый кусковой сахар. Необходимо, чтобы ягоды растаяли, а сахар растворился. Ягодную начинку готовлю на небольшом огне. Как только сахар растворился и ягоды поварились буквально 1 минутку, добавляю разбавленный в холодной воде крахмал и быстро все перемешиваю, чтобы крахмал полностью разошелся. Выключаю огонь. Начинка готова. Вот такая вот она густая. Тесто разделю на 2 части. Одну часть обратно уберу в холодильник. Раскатаю тонко. Низ я буду вырезать чашкой. Заполняю корзиночки тестом. Теперь сделаю верх лукошком. Заново раскатаю тесто очень тонко. Вырезаю стаканом меньшего диаметра. В каждую корзинку кладу начинку. Теперь накладываю верхнюю крышечку и прижимаю пальчиком. Как бы защепляя каждый. Если у вас ровные формочки, то это можно сделать просто вилкой, так как у меня волнистые формочки. Я это делаю в каждую такую вот лунку. И вот так это получается. И так закрываю каждую корзинку. Каждый край еще обработаю вилкой. Вот так. В серединке сделаю небольшой надрез, чтобы было куда выходить пару. Ставлю в разогретую духовку 180 градусов до полного выпекания. Корзиночки должны быть румяные, красивые и золотистые. Отличные ягодные лукошки получаются по этому рецепту. Тесто тоненькое, песочное, очень вкусное. Начинка с небольшой кислинкой. Замечательно сочетаются они друг с другом. Попробуйте, приготовьте. Порадуйте себя и близких.
желаю вам всем творческих успехов. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, пишите свои комментарии. А я всех благодарю за просмотр этого видео и прощаюсь с вами. До скорых встреч. Пока-пока.